Сложно поверить, что существо размером с кошку, которое к тому же состоит в родстве с сурикатами, способно не только атаковать, но даже убить самых смертоносных змей на планете. Но у мангустов шикарно получается. Фантастически быстрые, абсолютно бесстрашные зверьки готовы атаковать любую змею, если она покажется им аппетитной. Но дело тут не только в скорости и ловкости. Мангуст считается одним из четырех известных видов животных, чьи организмы умеют противостоять даже самому сильному яду. Мангуста, который хочет полакомиться змеей, не остановит вообще ничего. Если понадобится, он даже залезет на дерево. Видите? Вот это мангуст, а это очередная черная мамба, которая, скорее всего, просто висела на ветке и думала о своей змеиной жизни, одного из самых смертоносных животных планеты. Ну, к тебе все пристает какой-то суслик-переросток, и его не смущает вообще ничего. Ни агрессия, ни яд, ни дерево, с которого, скорее всего, очень неприятно падать.